Ай-яй-яй, не очень хорошо, щит взорвался. Так, ну опять же, на Абадоне страта одна и та же, что и на Омнике. Покупаем сапог Орбофеном, все, мы в кого-то вкусились, но правда у ТВРК не подходит под это описание, у нее есть виндран читерский против Абадона, никак не догнать, потому что я не могу его бить под виндраном. Но против большинства героев без блинков это работает. То есть вот так вот. Оп, все, подцепил, то есть будет сапог Орбофеном, и такой герой уже, вот видите, он прожимает виндран, убегает, это понятно, но... Когда виндрана нету, уже не отпущу. Это что тут вообще за передвижения такие интересные? А я на тебя был год назад подписан в течение полугода. А только тогда ник был дочтор подчеркивание Z. Но тот аккаунт взломали. Взломали. Теперь он в ботнике. А Twitch меня нахуй послал при попытке восстановить. А они всегда так все делают. Я не знаю, вот я сколько раз не обращался в службу поддержки различных сервисов, там, неважно, Twitch, не Twitch, никогда мне никто не помогал. Вот, знаешь, у меня спиздили паладина в World of Warcraft. Я обратил, ну, я играл не на, естественно, не на, блин, как это здесь называется, не на Blizzard, блин, не на официальном сервере, вот. Я играл, конечно же, на пиратке, но суть в том, что у меня, я добывал руду, блин, я эту историю каждый раз рассказываю, когда вот о ней вспоминаю. Был у меня паладин, я, короче, добывал руду ночами, она там резалась, я знал время, она в 7 утра резалась, я в 7 утра ставил будильник, чтобы встать и поковырять руду. Вот, и у меня, собственно, стырили паладина, и я не смог его вернуть. Собственно, это и послужило поводом для того, чтобы удалить World of Warcraft и больше в него никогда не заходить. Данька жесткий, конечно, спору нет. Не, ну, на самом деле это руда, я помню, я делал сетики, у меня была мечта купить себе механоцикл, он стоил 16 тысяч золота, по-моему, и я толкал сетики. То есть я их там делал, я прокачал профу, по-моему, я уже не помню, как это все называется, это было очень давно, вот, но суть в том, что я хотел накопить, я, по-моему, уже накопил около 11 тысяч голды, уже прям представлял, как я его покупаю, но одним утром по будильнику я встал и увидел своего паладина. Только уже не своего. Хоста, пожалуйста. Не хоста. ФБ делает Паланар, там ночь уже. Руна. Так, ну у него мангуст еще есть. Погнали попробуем. А, все, я понял. Ладно, может петушиного. Все, постреляло и хватит. Не, ну тут тяжело, то есть ВР-ку убить вообще невозможно, а петушиного ВР-ка не даст убить. Ты еще под угол стала, да, чтобы там в красоте все замутить. Блин, ну что-то стрёмно. Куда за ними бежать, размансят, убьют. Так, вот сейчас маны нету у ВР-ки. Можно резко так взять и... Оп! Иди сюда. Все, на крючке. На крючок. Так, ну рун на низу, скорее всего, ее нету, ее петух забрал, поэтому
Просто возьмем апнем стики и... Бля, нет, тут я умер, если у него Void есть. У него должен... А, у него есть Void. Но... Так, я что же быстро? Поблочь меня все равно. Не-не, не блочь меня, братиш, я ж убегаю. Ты союзник или враг? Я не знаю, было... если у него была мана на первый скилл, он его не дал, то он полнейший болван. Вот. Зачем-то дал мне Silent, может он думал, что у меня мана есть, но... Не знаю. Бля, как это делается? Что тут вообще происходит в наших лесах? Ребят, я иду. Собака, дерись, дерись. Иди за мной. Оп. Слышь, ты че такая дерзкая? Спасибо за подписочку. Сейчас не лучший момент, чтобы альтабаться, поэтому пока не буду. Все, это моя подружка. Моя, говорю. Взорвал. О, петушиный. Плюс в чат работяг. Если тоже ставите будильник на 6 часов утра, чтобы не опоздать в шахту добывать руду. Блин, не хочу, чтобы ульта заюзалась. Блять, ну не хотел, но все равно заюзалась. Жесть. Теперь кулдаун ждать. Спасибо за донат, братишка. Блин, плохо. Теперь 47 секунд, я боюсь куда-то идти. Все-таки без ульты как-то сыкотно немножко бегать под башнями. Против баланаров, петухов и прочей вот этой нечисти. О, нечисть, кстати, подъехала. Дабл сайленс надо дать, да? Одновременно. Так, короче, мне нужна хоста ДД. Вот, ну, еще инвиз, конечно, но инвиз не лучший вариант. Хоста ДД это просто идеал будет. И теперь врубаем хосту, это наш даблкил, если они раньше не сдохнут. Ну, аппарат, скорее всего, сдохнет раньше. Нет, не сдохнет раньше. Струй, ну каждый парень, когда просыпается, видит своего вставшего светлого паладина. Ты же не только его видишь, а начинаешь одевать на него капюшон и снимать. И еще с каких пор поковыряется в попке называется поковыряет руду. Шахтер Олег, целую тебя в твою кирку. Спасибо, ладно. Хорошо. Целователь кирки подъехал. Старибро пустил скупую слезу про Вовку. Времен тащерства шаманов 2007. Только я нафига. А меня просто Вов достал, и я ушел в линейку. Когда еще депаху и батьки лямзал. Кто знает плюс в чат. Спасибо за донат мне. Я в то время еще не играл в Вовку. Я начал Вовку играть с Burning Crusade. Нет, по-моему, до Burning Crusade какой-то. Нет, в Лича я тоже играл, по-моему. Короче, я начал Вовку играть на первом курсе в универе. Это был 2009, по-моему. Вот. И на разврате резко. Иди сюда. Иди сюда. Блять, короче, они какие-то, знаете, вот, блять, скользкие типы. Я умер. Очень скользкие типы. Бегают от меня что-то, короче, блять, мансят, кайтят. Фу. Все-таки Абадон это не Омник. Омникам немножечко попроще. Так, ладно, идем в Яшку.
Так, на миде 3. Надо куда-то пойти. То есть для меня самые легкие цели — это вот аппараты, всякие вот, да, и петухи. Это если они в соло. То есть когда они втроем, они меня кайтят, к сожалению. Там пока бегаешь за одним, другой тебя разминает, сбивает тебе щиты. Но проблема даже не в этом. Когда пора... Вообще, я на самом деле придерживаюсь такого, что Абадона надо изменить. Надо сделать так, чтобы ульта сама не включалась. Ну, типа, это бред какой-то. Я считаю, что... Ну, вообще, ты сам должен это делать. То есть, это бред, когда у тебя там меньше 400 хп, у тебя врубается ульта. А если я не хочу ее врубать? Чё за беспредел вообще? Это нечестно, я считаю. Ульта не должна сама включаться. Может быть, в каких-то моментах это будет в минус для игрока, но вообще это будет правильно. Эй, ну я не знаю, не хочу с ним бегать, он очень быстрый. Плюс там друзья подъедут, как обычно. Он с Каймаха, еще с Инлейсом, наверное, нет. Там 375 МС, алло. Это парень просто с арканом. Можно инвиз ДТ что-то так... Ага, тут еще ничего нету, ну сейчас... Блин, снизу опять же, вот такой Абалонар еще и с барабанами. То есть и ночью я, даже если я его подцеплю, по-моему, с удара, я его не догоню. Вот. Ну ничего, разберемся. Ну пик, конечно, у врагов очень неприятный. Прям вот очень неприятный пик. Радует то, что меня не могут зафокусить. Ну, то есть, если на меня прыгает легионка, когда у меня там половина или фулл хп и дает мне дуэль, то враги, они никак не заработают на мне дуэль, потому что ульта же она сама включается. Поэтому, если у меня будет ульта, ульта включится, и я просто в дуэли, они меня подхилят, и я потом буду либо убегать, либо раздавать. Короче, Warlord 90, вот он наш фраг, потому что больше я не вижу фрагов на карте, кроме петуха, но петух, как показывает практика, он один вообще не ходит. То есть он там то с ВР-кой, то с Балонаром, то еще с кем-то. Вот, а аппарат, он такой, одиночная цель. Его мы и минуснем сейчас. Все, минуснули его. Теперь щиточек, естественно. Чем мне моргают? Типа, иди на низ. Не, я на низ идти не хочу. Там много героев. И мало союзников. Алло, ударить. О, молодец. Все, это домашний кусок. Постоять. Все, подхилились. Фокус файр, мана. Ну там еще телепорт, поэтому опять же закусываться тут я не хочу. Курицу ведем навстречу. Сейчас надо будет отдать себе Яшу и пусть умирает. О, дабл дэмэдж есть. Не знаю, МКБ, наверное, я делать не буду от ВР. О, пришел аппарат. Поэтому погнали. Вернемся к нему. Он нормальный тип. За него, в принципе. О, кто это тут такой? ВР, да? Блин, отвели в лес. Сейчас пауэршот подлетит. Сейчас вы виндран. Ну то есть они меня опять кайтят. У меня ульта есть. Вот, ладно. Ладно. Ну, как вы понимаете, слишком много. Shadowblade у легионки. Так, у нас задание убивать эншентов, но я думаю, с ними спешить не нужно, я успею убить как минимум 15, то есть снести одну-две стороны и пойти убивать эншентов. То есть займемся этим потом. Для начала надо обеспечить победу для своей команды. Oh.
Far. Блин, она еще и Виндран. Ой, Виндран. Фокуса была. Бля, как мне больно, ребят. Это жесть какая-то. Это просто жесть. Столько скиллов. Дуэльку она заработала. О, петушиный. Дружок. О, и опять, как бы, команда молодости нашей. Все на месте. Гоу, гоу, гоу! Так, это с Виндраном. Бежим за... Хотя, блин, за Баланаром бежать... О, Виндран сейчас закончится, я ее клацаю. Клац. А, хорошая идея. О, собака у меня, вылазь. Время вылазит, по-моему. Ребят, Рошана со мной. Иллюзии оставь. Спасибо, брат. Рошана, быстренько. Телепорт не нужен, он я нам оставлю. Нет. Блять. Не знаю, сложно. Просто телепорт мне жизнь спасал. Некролит, подхиль, пожалуйста. Ты умрешь. Блин, откуда же не знают, интересно, что мы на Рошане. Наверное, снайперочки. Легионка идет. Вот-вот. Хорошо. Этого тоже. Блин, не могу догнать петуха. Понимаете? Вроде фейзы Саша-Яша, а он убегает. Рошана добить, парни. Хилинг вард есть. Рошана добить. Руну мне оставьте. О, регенерация. Хорошо. Задолбали. Рошана, собака. Они тупо расстреливают нас с рынжи. Мне Аегу тут. Я дал щит Тимберу. Если бы я дал его тебе, Тимбер поморгал, сказал бы, чё ты меня не подсейвил. Сори, это выбор, братишка. Называется. Этого. Я подхилю, давай. Давай, дальше хилить буду. Это аппарат поблизости. Ой, ой, как вкусно. Какой ты вкусный. Блин, вы долго меня еще замедлять будете? Блин, походу надо МКБ делать. Или нет? МКБ для лохов, я считаю. Скади для мужиков. Ладно, можно начать. Дай мне пофармить. У меня квест Эншентов пофармить. Бля, как навестись на это? Оп, один есть. Нет. Блин, там у легионки скоро будет куча дэмэджа. Ну, она ждет кулдауна Shadowblade и убегает. Все, убежала. Меня она спалила, можно фармить крыс. Ну, то есть сейчас можно попробовать прочитать эту легионку. Ну, то есть я бы сделал ставку, что она фармит вот эту точку. Ну, Баланар я не догоняю, это Баланар. Я не успел. О,
подъезжаем, блин, там петух уже нарядный. Виталий бустер есть, ускоряемся. Блин, видит, знает. Верка с Майнштромом. Гоумид Т2 сломаем. Мы зайдем с Найксом сбоку. Идите по миду. Мы сейчас просто за башню заедем. Сейчас я тут пофармлю кентавров. Не, даггер не хочу, мы так ездим. Я очень быстро. Все нормально, под контролем. Сейчас просто заезжаем за башню и всех убиваем. Все, поехали. Ну что ты меня хейтишь, дура? Умри. Не умрет. Не умрет. Супер-вагер. Хватит меня юзать, вашу грязь. Блин, дуэль заработал еще. Мисс. Долго сало будет вообще висеть на мне. Крипы блочат, все, я понял. Башню, джаггер, башню надо сейчас. Блин, у меня егис еще есть. Давай балан... не, все, забей. Сейчас я куплю... Вот, стой тут, не уходи. Сейчас мы сделаем хитрый выход. Стой, стой, стой. Они не ожидают вообще. Стоим тут. Давай, фарми, и они сейчас сюда к нам баланар прибежит. Все, он не уходит уже. Это скади дед. Это миссия детка. Ни разу не попал, блядь. Сколько бью, я вообще не попадаю. Там 100% это тинкер. Просто ни разу не попал. Ну хватит, суки. Бежать, сейчас дуэль получу. А, у меня же егис. Ну блин, дуэль заряжу. Нельзя. Назад, ребятки. Рунка нужна мне. Ребят, нам надо по низу Т2 теперь. Поехали вместе, как команда. Блин, я Егис не записал. Сейчас исчезнет перед смертью, как обычно. Блин, надо МКБ все-таки, сука. Так не хотелось. Все, Егис закончилось. Все, погнали. Так, мне надо еще... 12 лесных крипов, именно эншентов, точнее, не лесных. Как же меньше, что тут происходит? Ломаем, ломаем, парни, все нормально. Урна какая-то, хватит. И после этого идем на топ Т2 ломаем, все по плану. Все, и на топ, ребят. Мне только эншентов оставьте, у меня задание на эншентов. Надо эншент. Я не побегу, я сейчас буду эншентом фармить, братиш. Не в меня, не в меня. Мне надо квест выполнить. Мы выиграем эту игру, просто квест выполнить. Ему плевать, видимо. То, что я ему сказал. С дизодом легионка. Сейчас, сейчас, сейчас. Надо дофармить сначала голема, понимаете? О, они меня видят. Это интересно. Это засада резко, смотри. Вылазь, убивай всех. Это просто неждальщик. Оп! Правда, братишку кинул, но он сам выбрал этот путь. Ну, братиш, если бы я не сделал тэп-аут, я бы сейчас вместе с тобой был в таверне. Понимаешь? Что лучше, чтобы только ты умер или обоим умереть? Меня просто заплатят хорошо. Так, нормально. 8 это 9. 9. Ну ладно, давай разведем на ШБ. Все, развел. Блин, может какой-то гем даже купи. Хотя с другой стороны, блин, гем это бабки. Соответственно, МКБ отъедет надолго. Сначала куплю МКБ, после МКБ первым же слотом лупану гемчик. Чтобы всех этих крыс видеть. ОВР-ка с даггером там. Петух совсем что-то там. Люди.
это тоже, скорее всего. Ребят, давайте вместе соберемся как команда и все по топу. Да-да-да, давай. О, парень деловой, понимаете? Чувак заходит, говорит, го кончать с ними. Идти надо. Все, где-то это видел. Сейчас, сейчас големчиков побить. Чуть-чуть. Ребят, есть такая информация, что если вы будете ходить по одному, Тимбер, Некролит, вы будете постоянно умирать. Вот. А если вы хотите выиграть, вы должны сейчас вместе с нами пойти по топу. Топ это вверх, ребят. Поверху идем в пятером, и мы никого не боимся. А вот ходите по одному, кормите пацанов. Так, ну я думаю, три эншента я заберу. Ладно, давайте вот так вот. Все, смотри, мы сейчас с тобой ганг-отряд. Сейчас вообще красиво все сделаем. Иди по топу Джаггера, мы в засаде. Блин, правда, я могу Джаггера просрать, потому что пока он там один. О, давай, это наш, поехали. О, где движение? Стой, Мэш, до свидания. Все, гол ломать вверх. Свардом, как профессионал. Блин, конечно, это тут аппарата напрягает. Дальше можем чуть-чуть. Баланара нету, их 4. Если что, щит повешу, на ком дуэль будет. Хил назад чуть-чуть. И хилом не надо танковать, Джаги. Молодец. Опять все. Все сюда просто. Будем драться сразу. Интересно. Ну, далеко. Все, надо отсюда валить. Вот сейчас. Тимбер Некролит, деремся. Мы сильнее. Драка, драка, драка. Косу, давай кому-нибудь. Давай, вот это. О, молодец. Мое ты золото. Так, Баланар резнулся. Сейчас уже ТП делает. Надо быстро щит. Некролит, танкуй. Танкуй, танкуй. Все нормально. Все, убиваем, наш. Не надо подцепить его как-то. Еул есть у кого? Ага. Конечно. Все, бараки. Все, подцепил, наш, парни, наш. Он два сала дал или мне показалось? А не, это мне петух дал сало. Этого тоже, парни. О, блейдмейл, это хорошо. Ну, сюда петушили. Депутат. Так, ломаю топ, иду дофармливаю эншентов и можно заканчивать. Ты куда ушел? Нам ломать надо. Ой, сейчас же будет ульт аппарата. Я ушел, братиш, я передумал. Не хочу ульт аппарата ловить. Емчик. Сюда. Сейчас, в принципе, МКБ будет. Пока курица долетит, если Джаггер сейчас не будет стилить крипов. А, вот кто, этот снайпер. Ну, оно чувствовалось, что он снайпер, потому что ВР-ку брать в мид против Абадона, только снайпер будет. Ну, типа, этот герой наверняка, чтобы не умирать. Потому что ВР-кой от Абадона в миде умереть сложно. Ну, я его все-таки поубивал чуть-чуть. Но было не так комфортно. То есть, если в миде стоял инвокер, было бы намного лучше. Данька. Данька, да. Ребят, все по миду, соберитесь, пожалуйста. Кто ходит по одному, тот умирает. Ребят, я с гемом вообще. То есть, собираемся, всех видим, никого не боимся, идем. Ребят, пожалуйста, поддержите тиммейта. Я иду. Давайте наверх все. Наверх все, как команда, вместе. Только для начала, блять, я не успел еще раз завязать банку. Вон, тебя уже идут убивать. Тебя убивать иду. О! Хорошо. Минус Джаггер. Здравствуйте. Здорово. Я являюсь администратором порнух. Мы заметили, что вы не вошли в систему в течение вторых недель. Я просто проверяю. Все ли в порядке? Не, ну вы же идете, вы со мной не идете, ребят. Надо же со мной идти. Да.
для следующего закона. Вот смотрите, когда вы со мной, все умирают, ждем, видите? Вас, уважаемый страйкон, подчеркивание ЛБД. Лови Гладжик Буч. Спасибо большое за донат. Да, давненько не заходил, согласен. Ребят, со мной, то есть, когда вы вчетвером, меня нет, это плохой план. Вот когда вы со мной, вы все молодцы. Понимаете? Я вот сейчас пойду лес фармить, пока Джаггер не воскреснет. Давайте все портуйтесь в мид и в пятером, как дебилы, пойдем по одной линии. И нам ничего не сделают. Все, соберитесь возле башни. Вот тут. Через 17 секунд выступаем, парни. В атаку идем. Вот, Джаггер, портуйся в мид сразу. Забейте на низ. Пусть сносят низ, там чё хотят. Мы трон идем ломать. Все, пошли, Джаггер, мы тебя ждем. Поехали. Сейчас сносим мид и Рошана убиваем. Короче, вылазь сейчас и тупо Баланара сразу замедляем, и его убьем. Все, красота. И идем дальше. Все вместе, парни. Мы ж команда. Вот, все. Вот сюда. Смотри. Во, видите, как у нас все хорошо получается, когда мы вместе. В любом месте веселее вместе. Все. А Рошан даже и не нужен. Я так посмотрел, они вообще слабенько сопротивляются. Идемте вниз. Не вижу смысла делать на 2 звезды, на 3 звезды точнее. И на 2 звезды тоже. Погнали. Лес дебильный. Заняться мне больше нечем, тупо эншитом. Все, все молодцы. Мега крутые. На низ не портуйтесь, пусть там ломает. Мы тронем. Эка потеет, там что-то ломает. Парни, пошли. За мной все. Все за мной. Сука, иди сюда. Ага. Опять купился, да? На вторичек. За мной, парни, танкую фонтан. Все, на этом я закончу. Пульт забыл дать. Все, пацанов похоронил. Хейтер. Ой, лотус, а не октарин. Как обычно, путаю лотус октарин, то октарин называю лотусом, то наоборот.